Перед нами финальный этап рейда – Орикс. Пожалуй, самый эпичный босс всех рейдов. Я обожаю этот этап из-за всего эпика, происходящего на нем, музыки и комплексности механик. Этап может напугать новичков. Разумны ли ваши страхи? О да, разумны, но я сейчас все объясню и станет проще, я уверен. Но вначале давайте прервемся на рекламу спонсора, благодаря которому вышел этот ролик. Dwing.net – старый и проверенный сервис, который отлично подойдет тем игрокам, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит свое время и нервы. На сайте ты найдешь массу предложений по помощи в завершении сложного квеста, триумфа, прохождения рейда, получения заветного экзота и, конечно же, в освоении контента дополнения Королева-Ведьма и нового сезона Добыча. Сайт работает давно, новинок в ассортименте при этом появилось много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на Dwing есть все, чтобы облегчить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TripleVibe мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы, проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору и получай ответ. Что ж, на самом деле часть механик финального этапа очень напоминает предыдущее испытание на дочерях Орикса. А как вы помните, я назвал тот этап самым простым на всем рейде, так что уже не так страшно. В начале боя появится куча врагов, в том числе несколько рыцарей на каждой из четырех плит. Убейте рыцарей и остальных мобцов и внимательно следите за Ориксом. Вам нужно дождаться, пока он не переместится на одну из сторон арены. Случайным образом он выберет одну из четырех плит и ударит по ней кулаком. Очевидно, но все же не стойте на плите, когда он это сделает. После того, как Орикс ударит кулаком по плите, кнопка загорится зеленым светом. Вам следует попросить кого-нибудь из команды встать на нее. Один из членов команды в этот момент также случайным образом станет невидимкой, как на прошлом этапе. Он также должен подбежать к плите, по которой был нанесен удар. Как и раньше, на одной из трех других платформ появится шар-релик. Выяснив, на какой именно, попросите кого-нибудь встать на ту плиту, чтобы образовались платформы, по которым невидимка сможет перемещаться. Одновременно с этим, рядом с каждой плитой в углу будут появляться огры. Всем игрокам, кроме прыгающего невидимки, стоит очень быстро фокусироваться на их убийстве. В идеале они вообще не должны успеть сделать и шага со спауна, потому что на месте их смерти останется огромный Taken Blight – черная сфера. Будьте внимательны с ней и не приближайтесь к этому шару, пока того не потребует механика, я расскажу позже, для чего они нужны. После того, как эти шары появятся, по диагонали напротив каждого появятся рыцари Улья и устремятся к сфере. Они попытаются ее взорвать. Вам никак нельзя допустить этого, так что убейте этих рыцарей до того, как они доберутся до сферы. Проще говоря, убили огра на спауне, разворачивайтесь к углу по диагонали и ждите рыцаря, убивайте его, не дав добежать до блайта. После того, как все рыцари будут убиты, а игрок-невидимка захватит релик, еще одна очередная из четырех плит загорится зеленым светом. Снова встаньте на нее, чтобы начать цикл забегов по платформам и сделать одного из членов вашей команды невидимкой. Огры и рыцари Улья больше не появятся, поэтому вы можете сосредоточиться на убийстве других мелких врагов. В целом, вам также нужно добраться до невидимого бафа 3 раза. После этого на локации появится рыцарь в том месте, где в начале боя вылезал Орикс. Рыцарь устремится к центру, и вы сможете заметить окружающий его купол. Такой же, как был на этапе у дочерей. Игрок-невидимка, который собрал баф 3-м, должен украсть щит у рыцаря, после чего убить его. Теперь попросите игроков распределиться на 4 угла и встать рядом с теми черными блайтами сферами. Но не заходите за очерченную по земле темную линию вокруг. Заходите за эту зону, только одновременно обратно отсчитав громко 3-2-1 все вчетвером. И делайте это тогда, когда увидите, что Орикс снова ударил по какой-то из кнопок. Бомбы активируются, о чем вам сообщит надпись в углу экрана. Дождитесь надписи с упоминанием вашего никнейма и потом бегите как можно скорее к игроку на центре, который украл защитный купол у рыцаря ранее.
Взрыв сфер оглушает Орикса и начнется фаза нанесения урона. Стреляйте в его грудь, пока он не отойдет к задней части арены. Теперь Орикс начинает одну из своих атак. Первая будет создавать бомбы, которые появляются прямо над вами и мгновенно взрываются. Бегите либо вокруг платформ, либо вверх-вниз по локации, чтобы избежать гибели. Главное, не стойте на месте. Вторая атака создает альтернативное царство в виде небольшого пузыря. В него будет рандомно перемещать членов команды, а внутри вам нужно как можно скорее убить небольшую копию-проекцию Орикса. Если вы не справитесь, этап завершается смертью всей боевой группы. Убьете мини-Орикса, вернетесь в основную локацию и повторяйте процесс всей механики снова и снова, пока не снизите уровень здоровья босса до отделения. Это так называемая фаза Final Stand. На ней Орикс переместится в заднюю часть зала, откуда он и появлялся, и призовет двух огров около правой и левой дальних пластин. Убейте их как можно скорее. Решите заранее, кто из игроков сможет встать рядом с одной бомбой, а остальной командой приготовьтесь разрядить все, что у вас есть, в грудь Орикса. Когда Орикс раскроет ее, игрок рядом с Блайт-бомбой должен будет активировать ее, чтобы взорвать и оглушить Орикса, что позволит продлить фазу дамага. Когда босс начнет заряжать свою атаку во второй раз, игрок должен будет подбежать ко второй бомбе и взорвать также и ее. Орикс снова будет оглушен, что даст вам более чем достаточно времени, чтобы добить босса и допройти рейд. Вот и все, вы успешно завершили рейд. Возможно, вам даже повезло больше, чем мне, и вы получили с первого раза экзотическую винтовку «Злодейское касание». Она падает рандомно теперь, без всяких квестов. Это было последнее видео по прохождению обычного рейда «Гибель короля», но не последнее на его тему в общем. Нас впереди ждут еще испытания, секретные сундуки есть и катализатор на экзот. Так что контента будет больше, а на моей странице Boosty некоторые ролики будут выходить раньше, чем на канале. Так что будь на связи, подпишись на страницу Boosty по ссылке, поддержи канал любой удобной суммой и смотри ролики раньше других. А также участвуй в розыгрышах крутых эмблем. На этом пока все, до связи.